Осиповича. Смотрите на опыт. Ноября прошла вечер встречи всех первых актерских курсов. Ну, всех не всех, а кто посчитал себя первым актерским, тот и пришел. А именно, курс Павла Хомского и Сергея Голомазова, Алексея Шейнина, Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого, Владимира Иванова, Игоря Исуловича, Бориса Клюева. Мотор идет! Начали! Юное актерское племя показало свои безумные капустники, а ксакалы поделились своим профессиональным опытом и произнесли напутственные речи. Кто куда стремился, я не знаю. Я поступал всюду. Куда возьмут? Пусть кто-нибудь бросит в меня камень, если он не делал так же. Это было целое дело. Так что я благодарен МХАТу. Я поступал в Щукинское училище. Я помню первую пятерку, с которой мы пришли. Там был Саша Павлов, Женя Карельский, Виталик Шиповалов. И всю эту пятерку пропустили на второй тур. Но меня не пустили на второй тур, потому что кто-то документы я не сдавал. Мы первый тур не сдавали. Меня не пустили, потому что кто-то вместо фамилии Барина написал Баранов. Меня не пропустили в Щукинское училище. Но я все равно благодарен Щукинскому училищу за то, что они меня не взяли. Нет, не то, что не взяли, нет. Просто вот не пропустили. А в ЕГИС, я вам открою такой маленький секрет, тогда Щукинское училище не было, его так раз аннулировали ненадолго. На 4 года его присоединили к ГИТИСу. А в ГИТИС я пошел, вам честно скажу, потому что только там давали абитуриента в общежитие. А мне уже ночевать было негде. Я спал на Лосино-Островской, в сарае у одного знакомого. Потом, значит, в сарай приехали гости из Сибири, нет, оттуда мы сели. На вокзале. В общем, я пошел на Трифонову 45, да? Вдруг прихожу, говорю, а вы будете учиться на кафедре малого театра. И ваш педагог будет Виктор Иванович Коршунов. Вы знаете, прошло много лет. Я только сейчас понял, какой я везучий человек. Потому что именно только судьба взяла меня как щенка за шиворот и сунул к этому педагогу, к этой педагогической бригаде. Вот я поступал к Игорю Васильевичу Таланкину, потом ушел в армию, пришел из армии, уже был у Юрия Николаевича Озерова. А, не потому что потом было по-другому после. Но я помню, что такой атмосферы, которая была в первый год, ее больше не было. Никогда. Господи, Боже мой, эти страшные споры о том, что лучше, театр на Таганке или МХТ, то есть МХАТ, извините, какой МХТ, МХАТ. Мы были такие крикливые, как, вот вы кричали, да, я вспомнил, как мы орали. Вот это похоже на правду. Я больше никогда не был так счастлив, как был счастлив тогда. Вы знаете, все школы изумительные. Русская школа замечательная актерская, очень глубокая. Поэтому я поздравляю всех вас.
какое бы училище, в какой бы институт вы ни поступили театрально, потому что вы уже преодолели себя и преодолели свой страх, какую-то, ну не знаю, неуверенность, что-то в себе преодолели.